Мы на канале делаем сами своими руками, и сегодня я вам покажу, как сделать вот такую вот кусудаму из бумаги. Для кусудамы нам понадобится 12 вот таких вот цветочков. Как их сделать, я вам сейчас покажу. Для того, чтобы нам сделать вот такой вот цветочек, нам понадобится лист бумаги А4 абсолютно любого цвета. Делаем все точно так же, как показано в этом видео. Берем лист А4, сгинаем его напополам, вдоль. Разрезаем. Канцелярским ножом. Берем одну полоску, также берем линейку и отмеряем по 10 сантиметров. Если у вас линейка на 20 сантиметров, это очень хорошо. Можно поставить точку фломастером либо карандашом там, где у нас 10 сантиметров, и там, где у нас 20 сантиметров. Получается 3 квадрата по 10 сантиметров. Раз, два и три. Разрезаем. Разрезаем ровно по нашим точкам. Вот это у нас точка. И мы отмеряем ровно так, чтобы точка была посередине нашего сгиба. Также разрезаем. Получается вот такая вот основа. Делаем все точно так же и с другой половинкой. Разрезаем. У нас получились три вот таких вот листочка. Все то же самое делаем с другой поводкой. С одного листа А4 у нас получается 6 вот таких вот квадратиков. Таких квадратиков разных цветов нам нужно нарезать 60 штук. Теперь я вам покажу, как сделать один модуль нашего цветочка. Берем один листик. Так как у нас квадрат получился неровный, если вы знаете способ сделать квадрат ровным, то напишите в комментариях. Для этого нам надо, чтобы выровнять наш квадрат, нам нужно сложить его пополам, то есть по диагонали. Вот так вот. И как вы видите, здесь осталась вот такая полоска, ее надо обрезать ножницами. Вот, я беру ножницы и отрезаю ровненько, чтобы все было ровненько. Вот, и у нас получается абсолютно ровный квадрат. Так нужно проделать со всеми квадратиками. Теперь делаем модуль, делаем все так, как показано на видео.
получился вот такой вот модуль. Теперь нам просто надо его свернуть и склеить вот эти вот бока. Я беру самый обычный клей ПВА, намазываю тонким слоем одну сторону. И держу, чтобы приклеились, хорошенько приклеились все стороны. У нас получился вот такой вот модуль. Делаем точно так же 60 вот таких вот модулей. Итак, я уже сделала 60 модулей, как вы видите, они лежат у меня на столе. И сейчас мы будем собирать вот такой вот цветочек. Берем один модуль, наносим на него клей ПВА тонким слоем. Берем второй модуль и склеиваем их между собой. Ждем, пока оно немного схватится, склеится немножечко. Берем еще два модуля. Также наносим тонким слоем клей ПВА. И склеиваем еще два модуля. Берем эту часть. Намазываем на вторую часть тоже тонким слоем клей. И приклеиваем вот вторую часть, которая состоит из двух модулей. Также держим, чтобы клей схватился. Берем последний, пятый модуль, наносим на него клей, только уже с двух сторон, также тонким слоем. И приклеиваем вот сюда. Выравниваем. Получается вот такой вот цветок. Таких цветочков нам нужно сделать 12. Я уже сделала все 12 штук, поэтому сейчас из этих цветочков мы будем собирать кусудаму. Вот такой вот шар. Из 12 отбираем 6. Желательно, чтобы они были одинаковые, ну, как и здесь. Вот, то есть, получается, мы отбираем красную, оранжевую, желтую, зеленую и голубую. Остальные мы убираем пока что. Делаем сначала одну половинку кусудамы. Берем один цветочек. Наносим тонким слоем клей на два модуля. Берем второй цветок и приклеиваем, чтобы все было ровно.
В этом могут помочь либо зажимы канцелярские, либо прищепки. Прищепки я не хочу показывать в кадр, поэтому можно справиться и пальцами. Ждем, пока клей схватится. И получается вот такая вот конструкция. Дальше наносим на 4 модуля клей, также тонким слоем. Берем один цветочек и приклеиваем так, как показано на видео. Вот так. Я сначала приклею 2 вот эти вот цветочка, а потом уже буду приклеивать так, чтобы приклеился. Вот эта вот часть приклеилась. Низ, в принципе, можно и не склеивать, но я буду склеивать хотя бы немножко. Низ, в принципе, сам по себе склеится. Дальше выбираем другую сторону. И делаем все точно так же, приклеиваем наши модули. Выравниваем, чтобы все было ровно. Также наносим клей. Берем следующий цветочек и приклеиваем. И у нас остается последний цветок. Не последний. Еще один получается надо добавить, просчиталась я. Это не последний еще цветочек, поэтому так я его приклею вот сюда. И остается все-таки у нас последний цветочек. Мы приклеиваем на вот эти вот модули. Получилась одна половинка. Точно так же мы должны сделать и с оставшимися 6 цветочками. Я хочу сделать такой же, как и у нас первый получился. Для этого я вот опять же беру желтый, потому что я его взяла первым. Точнее, я взяла голубой первым, поэтому мы берем первый голубой. Опять же, тонким слоем беру и приклеиваю. Когда две половинки склеились, точнее, все цветочки между собой склеились, я склеиваю именно две половинки. Беру одну сторону
и наношу на все модули клей. Вот такой вот окончательный результат у нас получился. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк. Не забудьте подписаться на наш канал и написать в комментариях, получилось ли у вас сделать вот такую вот кусудаму. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока!